Новодвинцам нужна ледовая арена. Строительство спортивного объекта депутаты горсовета обсудили с активными жителями. Встреча состоялась на ледовой площадке детско-юношеской спортивной школы. В Новодвинске две ледовые площадки, но обе представляют собой лишь открытые коробки. Поэтому хоккеисты города Бумажников тренируются только в зимний период. Я как тренер по хоккею с шайбой считаю, что в Новодвинске необходим крытый лед. Искусственный, так как мы будем заниматься уже намного больше времени, почти круглый год на этом льду. Раздевалка здесь в плачевном состоянии. Помещение старое, тесное, сушить амуницию негде. Юные спортсмены ездят в соседние города, чтобы заниматься любимым видом спорта. Вот лично мой сын 5 раз в неделю ездит заниматься хоккеем в Северодвинск. То есть мы там пропадаем. А между тем могли бы прекрасно заниматься этим видом спорта в нашем родном городе. Но тут просто ужасные условия. Депутаты горсовета Новодвинска спортсменов решили поддержать. Выделение средств на создание крытой ледовой арены обсудят на ближайшей сессии.